В Ленском районе ожидают поступления вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Первая партия вакцины в Якутию поступила в конце января. Партия маленькая, 720 доз. На Ленск, как и на многие другие районы республики, ее не хватило. В ожидании вакцины работники Ленской районной больницы готовятся к вакцинации подростков, собирают списки детей, которые добровольно хотят привиться. Напомним, с 12 до 14 лет согласие на вакцинацию дают родители, а с 15 лет ребенок самостоятельно может принимать решение. Вакцинация подростков пройдет также организованно. Нам нужно решать вопросы и по внесению в федеральный портал, по организации рабочего места для этого. То есть все, что для детской поликлиники сейчас будет новым, взрослая поликлиника отработала уже в течение года. Мы планируем все-таки прививать их в школах, потому что это по времени не так много, и чтобы это было, удобнее для населения.